А скажи, что ты слышал о Варшавской Лиге? Что-нибудь? Ну да, я слышал через там, как, через Ютуба видел все игры. Понравился. Очень хорошая команда. Болезников тоже видел? Да, видел. Сумасшедшие болельщики там, в стадионе. Если они будут на стадионах, я думаю, что они понравились тебе. Да, да, да. Через Ютубу видел. Хорошие болельщики там. Как ты бы описал себя как футболиста? Как тебе лучше есть играть? Ну, какую позицию я последний год в Беларуси нападающий игрок, как ну, сейчас комфортно нападение играть. Ну, в каком стиле? Ну, атакующем стиле. Мне нравится играть. Когда ты играл в Узбекистане, ты не забывал так много голов, как в Беларуси. Что такого поменилось, что ты начал забывать так много голов? Я когда в Ташкенте в Ахтекор играл, я ну, правым вингером играл, поэтому не знаю. И мало играл там, мало игровой практики было, поэтому так много не забил. Я через YouTube уже смотрел, какой клуб лиги. Я уже перед этим я знал, ну, Лиги чемпионов играл эту команду. Ну, болельщики тоже видел, самые, как сказать, атмосфера очень хорошая. Наконец, скажи, пожалуйста, как правильно произносить и как правильно записывать твой зовут и твою фамилию? Джасур Якшибаев.